Спасибо. Ну, тебе нравится? Ее уже не сотрешь. Мне нравится. Слушай, серьезно, почему ты не хочешь заниматься комиксами профессионально? Ну, конечно. Брошу работу и буду художником без гроша за душой. Ну, не знаю. Это твое. У тебя просто талант. Пока я думаю над своим супергероем. Это ты о чем? Да, что ты? Серьезно. Ты про него? Про этого симпатягу? Окей. Как насчет... Знаю, я уже с этим достал, но... Чума-чел. Чувака кусает радиоактивный чел, и у него открывается суперспособность чумачечности. Ну вообще, почему Чума-чел спасает ми... Только без паники, хорошо? Это не еще одна история про то, как очередной хмырь пытается закадрить девчонку, чтобы получить плюс 10 к самооценке. Иду. Эта история не про любовь. А... Да. Кажется, вы ошиблись дверью. Чё за... Вы кто такие? А кто вы? Вот ты какой крутой мужик. Уже обосрался. О, блин, этот коммент! Нет-нет, я просто так пошутил, это не серьезно. Я не хотел, я... Можно мы просто забудем об этом? Да легко. Что на нас вообще нашло? Ведем себя как мудаки. Давай мы, пожалуй, пойдем. Да, а ты... Приятного тебе отдыха, дружище. Уже уходите? О! Он же не на гарантии! Будьте, господи, такой неуклюжий. Ну что, дурная башка рукам покоя не дает. Не-не-не, только не руки. Мне они очень нужны для разных дел. Да не кипишуйте, Майлз. Все с ними будет в полном порядке. А зачем ты тогда молоток меня брать заставил? Я здесь припас для тебя один маленький сюрприз. Вырубай его. Что? Нет-нет-нет, ребята, мы все можем уладить по-хорошему. Твою! Обычно вырубаю с одного! Детский сад.